Ассоциации туроператоров России спрогнозировали подорожание отдыха на российских курортах. Эпидемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный удар по российскому туризму. Падение оборота в этом секторе составило от 95 до 100%. А недополученные доходы Ростуризм оценил в 1,5 триллиона рублей. По словам вице-президента АТОР, если выезд за границу будет оставаться закрытым, то цены на внутренних направлениях могут вырасти. Это связано с увеличением спроса на отечественные курорты. По прогнозу эксперта, рынок въездного туризма в Россию в этом году, скорее всего, будет нулевым.